масштабным работам, начиная с середины июля, приступили сотрудники предприятия «Автодор». Перед ними стояла задача провести капитальный ремонт Г-образного участка, начиная от гостиницы «Моряк» по проспекту Мира до магазина «Робин Бобин» по улице Данченко. Из средств городского бюджета на эти работы было выделено 2 миллиона 800 тысяч гривен. В понедельник дорожники уже завершили большую часть работ. Теперь владельцы автотранспорта свободно могут передвигаться по проспекту Мира. Тут рабочие обновили около 2000 квадратных метров дорожного полотна, а также провели реконструкцию тротуарных дорожек. Уже во вторник они приступили к заключительному этапу ремонта проезжей части по улице Данченко и начали укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия квадратурой 2000 метров. На этом участке также был проделан масштабный комплекс работ. Переустановлено 8 колодцев и обновлены дорожки для пешеходов. Чтобы как можно быстрее завершить работы на этой оживленной части дороги, дорожникам приходится трудиться и в ночное время. На днях, по словам сотрудников «Автодора», работы, которые длились около месяца, будут завершены, и транспорт свободно будет передвигаться уже по обновленной дороге.